Всем привет! Попытка номер 1445, чтобы снять влог. Сегодня суббота, у меня выходной. Или два выходных подряд. Я встала в 8 утра. Для того, чтобы сегодня у меня был какой-то продуктивный выходной, я хочу это задокументировать себе в ложек. Значит, что я сейчас хочу сделать, это сделать небольшую зарядку и растяжку, потому что после тренировок попаливает спина, и когда я делаю растяжки и вот это все зарядочку, мне намного легче. Дальше какой-то минимальный перекус, и пока на улице еще лето, нужно поехать немножко позагорать, потому что вот этот загар помог мне восстановить мой витамин D в организме. Так что растягиваемся, кушаем, а дальше идем по плану. Сегодня суббота, и народа будет немного. И на улице, на проезжей части, я же всегда на велосипеде это дело езжу. И там, где я езжу, на стоке тоже никого не будет, потому что сейчас уже никто не купается, холодно. И солнце уже не такое радиоактивное. Но сегодня я хочу попробовать позагорать более интенсивно, используя масло для тела и немножко SPF. Я думаю, что это будет классное сочетание, потому что мне не хватает загара. Там, ладно, что я в этом году еще не купалась. В принципе, я не буду в этом году купаться, я так понимаю. Ни разу не была на шашлыках, но это поправимо. Хотя бы загар у меня какой-то минимальный будет. Еще такая неприятная новость. У меня ушел кот. Он попросился на улицу. И вот уже ночь ночевал на улице. Я не знаю, где родители звали, не дозвались. Я звала, не дозвалась. Вышел только какой-то маленький котик или кошечка. Я покормила, и все, кота моего нет. Поэтому сейчас все сделаю манипуляции, пойду опять его позову, может, выйдет. И сегодня будем тестить еще одну приблуду, которую я купила для велосипеда в Авроре, девочки, 88 гривен. Вот такой держатель для телефона на велосипед. Вот такой. Я уже распаковывала, единственное, что взяла розовый, хотя у меня велик красный. Ну, вроде как нормальный, будем пробовать. Я очень надеюсь, что я смогу ехать и смогу записывать видео на ходу. Мне не придется держать телефон в руках. И просто будет более удобно смотреть сообщения, трекеры и все такое. Ну, я надеюсь, он не будет выпадать. В этом плане очень страшновато, конечно, потому что у меня уже телефон дружки распадается. Но проверим, посмотрим. У меня есть вот такой чудесный миофасциальный ролл. Я вам его показывала уже давным-давно в своих видео на ютубе. Когда я что-то там снимала, вот именно им я все прокатываю. Еще у меня есть вот такой специальный плотный мячик. Массажный ролл называется. И обычный попрыгунчик для проработки стоп. Я сейчас растягиваюсь и слышу, как за окном кто-то катается на велике. Трещотки стучат. Надо свой велик уже достать, покататься еще, потому что скоро уже похолодает. Я не люблю кататься. Немножечко физической нагрузки, активности по велосипеду будет. Конечно, я пробовала разные роллы. Я пробовала плоский, пробовала такой он со всякими текстурами. Но вот мне не нравится. Мне нравится плоский, он самый лучший прорабатывает мышцы. И от него очень больно, потому что он залазит прям в середину группы всех мышц и их правильно разъединяет. Вот, поэтому это мой любимый ролл. Я очень рада, что я его когда-то приобрела. И активно сейчас пользуюсь. Блудный сын вернулся, пойду забирать. Должен прибежать. Не факт, конечно. Это не Тима, это какие-то дворовые коты. Это не Тима. Это два кота дворовых наших. Нет, это был не кот мой. Поэтому ложная тревога. Начинают машины ездить по улице. Мне это не нравится, потому что я буду ехать. И всегда будет
машин и забита проезжая часть. Не люблю такое. Сейчас вот позавтракаю, попью кофе. Начала пить кофе, потому что давление низкое. Выпью все свои витаминки и поеду загорать. Еще нажаловалась своему терапевту на то, что у меня низкое давление. Она мне выписала капельки тангенал. Тоже выпила перед едой. Приятного аппетита вам, если вы кушаете. Встретимся уже на велосипеде. В общем, кота нету. Где-то гуляет. Держатель не установила, потому что там конструкция немножко сложнее, чем я думала. Придется вот так без него ехать. Самокат он стоит. Пищит. О, кто-то ездил, оставил. А у нас пока солнышко вышло. Надо ехать. Сейчас еду, и на улице достаточно прохладно. Ветер такой прохладный уже, хотя уж еще и летом. Но такие у меня ностальгические воспоминания, как я первый раз купила велики, катались с ребятами, группкой по весне, когда еще было прохладно, одевались, тепло. Прям такая ностальгия какая-то. А по поводу вот этой держателя для телефона, панельки этой, я, наверное, перевешу звонок, перевешу свет и с правой стороны повешу держатель, поскольку слева неудобно будет щелкать. Приехала я на пляжик. Вот там немножко людей есть. Там на пляже никого. Так вроде пусто. Ну, какой придурок, кроме меня, будет еще 10 часов утра в субботу приезжать на пляж. Действительно. Я всегда лежала вот тут, возле этой сливы. Но в этот раз я, наверное, вот туда дальше пойду ляжу. Вот сюда. Не хочу на виду прям лежать. То, может быть, поеду туда, на пляжик на этот. Чтобы вы понимали, Samsung Galaxy S20 FE увеличение. Можно разглядеть, если там люди. Вот. А потом я еще хочу одно место заехать красивое. Там такой ручеек течет в лесу. Пофоткаться хочу. Посмотрим, найду ли я дорогу, потому что у меня топографический кретинизм. Так, слазит с коня. И вести его чуть дальше. Ну, как я и думала, людей здесь не будет. По одной причине. Причину я говорить не буду. Потому что я думаю, о таком нельзя рассказывать. Хотя, короче, блокпост, потому что все боятся сюда ехать. Но нам все ни почем. Блин. В принципе, я могу велик далеко не ставить. Тенек вот туда поставлю и буду загорать. Так, нашла я тут такую знахидку, пещерку. Что-то я уже сомневаюсь тут лежать. Пойду все-таки там, на видном месте прилягу. Буду смешивать вот такое масло для тела от Фармаси и немножко SPF-ика. Все-таки боюсь обгореть. Хоть солнце уже не такое сильное, не такое яркое. Но все равно надо беречься, так сказать. Я просто смешаю эти два средства. И намажусь. Сейчас будет, девочки и мальчики, шок-контент. Я вам покажу свои ноги. Смотрите. Я ненавижу делать педикюр.
просто терпеть его не могу. Но у меня ноги очень быстро изнашиваются, так сказать. Уже опять нужно делать педикюр. Но это вообще не хочу, ненавижу. Но, блин, уже в ужасном состоянии ногти. У вас тоже так быстро они убиваются? На руках еще более-менее, на ногах вообще капец. Смотрю сейчас на ноги, понимаю, что уже откладывать некуда. Меня уже успели обосрать. Тут, короче, две бабки черные вообще. И обсуждают. У нас выходит, есть два места, где можно купаться. Это озеро одно и второе. И в одном озере там сделали такую частную зону. Типа домики поставили, мангал можно заказать. Пирс. Естественно, что там много очень людей, почти весь город, поскольку никуда выезжать нельзя. И вот тут они обсуждают. Вот девочка лежит, загорает. Беленькая! Я такой уже давно не была. Блядь. Простите за мои маты, но вы не видели, какая была беленькая. А, и, ну, типа, вот так, как они дочерна загорать, это не очень хорошо. Это если так, к слову. И, типа, вот тут вообще ничего нет, и пусть так и будет. Это просто не очень место для купания. Такие безалаберные люди, я прям не могу. Поэтому я люблю одинокие пляжи, где нет вот таких вот баб, которые ходят и обсуждают в голос и не стесняются об этом даже говорить. Кстати, я когда пришла, небо было вот такое абсолютно чистое. Сейчас появились тучки, облака. Так, все, мое загорание окончено. Я вообще в масле. На тот пляж я решила не идти, потому что там люди, и в принципе не хочу. Поеду в одно место, попробую найти красивое. Фоткаться. Покажу вам, если найду. Катаюсь уже полчаса и не могу найти то место, куда заезжать. Место не помню, вообще не помню. Сейчас вернусь в первую точку, и, по-моему, все-таки где-то там, но это не точно. Стою сейчас на фоне леса. Эх, Сусанин. В общем, опять заехала не туда, еду сейчас, но нашла классную дорогу для того, чтобы кататься. Еду обратно, есть у меня еще один заезд, я туда не заезжала, потому что вот как раз на него и подумала, что это не тот заезд. Но что-то мне кажется, что как раз таки это тот заезд, потому что этот соседний, я через него видела тот путь, куда мне надо. Вот. Короче, последний раз еду, если не получится, это все, еду домой. Ну, нафиг. Я нашла это место, но такими чигирями. Объехать пришлось, а надо было просто чуть раньше заехать. Ладно, я назад поеду тем путем, куда надо заезжать, и запомню этот путь. Люди, конечно, свиньи, но... Какое-то место красивое. Просто кайф. Хочется материться после таких людей, честно. Вот это жесть. Короче, мусорец убрала, пофоткала трошки. Ну, меня пофоткать некому, поеду дальше, еще есть одно красивое место. Тут прям, ну, дуже гарно. Прям здесь оазис, блин. Нашла тут место такое классное. Так уютненько, видно, тоже тут люди отдыхают. Но тут чистенько. Такая маленькая дамбочка. Боже, как мило. Очень красиво. Опять вышли искать кота. Соседи сказали, что он сидит в подвале. Сейчас найдем ключи, откроем подвал. И будем искать. Боится, наверное, не выходит. Искали кота, нашли кошку. Что это такое? Сейчас покушаю, передохну немножко. Вечером мы решили с подружкой сходить прогуляться. Блин, что за прыщ? Такой выскочил. Нужно привести будь себя в порядок, накраситься, помыться. Такое хочется просто отдохнуть. Так что включусь. Попозже.
проснулась, точнее, разбудили, меряю давление. Такая загорелая уже на камере. 121,75, а я чувствую себя как вялый помидор. Что-то нереально. Сейчас пойду в душ, собираться и с подружкой хотим выйти прогуляться в город. Помыла кота. Сидит и вылизывается. Приятный был, капец. Села, поем сейчас и буду укладываться. Уже 11:30, я никакая. Какой-то был бесконечный день. Я еще находила 15 тысяч шагов, потому что провела сначала одну подружку, потом встретила знакомого. Тоже по делам пошли общаться. Это капец какой-то. Тима сидит там, вылизывается. Так что, спасибо, что были со мной. Надеюсь, тревога начинает не помешать, потому что у нас она не прекращается.